В этом видео вы будете угадывать страны по флагу. С помощью 15 вопросов мы проверим, насколько хорошо вы знаете флаги стран мира. Как всегда, они разделены по рубрикам. Не забудьте подсчитать свои правильные ответы. И в конце посмотрим, насколько хорошо вы разбираетесь в флагах. Итак, слушаем первый вопрос. Какой из этих флагов принадлежит Турции? У вас 10 секунд. Я надеюсь, что вы ответили правильно. Давайте угадаем флаг Польши. Флаги Монако, Индонезии и Сингапура похожи друг на друга, но вот флаг Польши заметно отличается. Надеюсь, вы узнаете флаг Швеции среди остальных скандинавских стран. Если вы правильно ответили, то это отлично, и мы идем дальше. Угадаем флаг Кувейта. У вас 10 секунд. Пока неплохо. Какой из этих флагов принадлежит Афганистану? Надеюсь, вы его угадали. Смотрим дальше. Отсчет начался. Это флаг славянской страны Чехии. Кому принадлежит этот флаг? Время пошло. Это флаг африканской страны Руанды. Флаг какой страны изображен на этой фотографии? Ответ – одна из самых развитых стран Южной Америки – Уругвай. Это флаг какой страны? Включаем таймер. Вот этот своеобразный флаг принадлежит Ливии. Угадаем последний флаг. Правильный ответ – Лаос. Последние 5 вопросов вы должны угадать флаг страны по цвету и некоторым подсказкам, которые могут относиться к этой стране. У вас на все это 20 секунд. Поехали! Только на флагах Новой Зеландии и Австралии можно увидеть флаг Великобритании, но в этом случае ответ Австралия. Угадайте второй флаг, время пошло. Венесуэла граничит с Бразилией, которая в свою очередь является участником БРИКС. Единственный квадратный флаг в мире. Ответ очевиден. Швейцария. Зеленый флаг с мечом и арабской надписью. Саудовская Аравия. И последний 15-й вопрос.
4 креста на национальном флаге. Это Грузия. Теперь посмотрим, насколько хорошо вы ответили. Если дали верный ответ на более 11 вопросов, то вы хорошо разбираетесь в флагах. У вас средний показатель, если получили от 6 до 10 баллов. Ниже 5 вам стоит еще раз освежить свою память. Пишите в комментарии, сколько баллов вы получили. На этом у меня все. Удачи вам и до скорой встречи. Пока.